тонны гуманитарной помощи и единый дух патриотизма. Сегодня в День добровольца в волонтерском центре Новосибирского регионального отделения «Единой России» подвели итоги работы в 2022 году. Почему так важна поддержка, расскажет Станислав Блинов. Сегодня в сборе гуманитарной помощи участвуют все районы Новосибирской области. Первая помощь жителям Донбасса ушла 4 марта. Отправили муку, сахар, растительное масло, консервы, макароны, чай, кофе, питьевую воду и много медицинской марли. Тут важна не составляющая рублевая или в штуках. Или важно то, что люди, которые сегодня идут на улицу или там собрали весь, на своей газели поехали на фронт, отвезли там, не знаю, 2 килограмма картошки. Это тоже поддержка моральная для тех людей. И когда стало возможным, вслед за гуманитарной помощью добровольцы из Новосибирской области отправились в населенные пункты, пострадавшие от боевых действий. В первую очередь ты думаешь не о своей жизни, а о том, как бы помочь тем людям, которые 8 лет мирного неба над головой не видели. Общественники, предприниматели и просто неравнодушные люди шьют балаклавы, спальные мешки и другое необходимое снаряжение. То единение, которое мы наблюдаем сегодня, в 2022 году, оно просто превзошло все ожидания. Здорово, что «Единая Россия» в авангарде. В числе первых стали организовывать доставку гуманитарной помощи и жителям Донбасса, и нашим бойцам. В тылу продолжается большая работа. Депутаты всех уровней закреплены на своих округах за семьями мобилизованных, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Станислав Блинов, Андрей Руднев, Новости ОТС.